1 миллион за работу в селе. В Дагестане продолжает функционировать программа «Земский доктор». О том, как работают молодые специалисты в Тарумовской районной больнице, узнавала моя коллега Карина Баталова. Больше года назад привычные улицы города для Зумруд сменились видами сельской местности. Отсутствие прежнего комфорта и близких людей рядом девушку не испугали. Теперь она врач-педиатр в Тарумовке. Каждое ее утро начинается с обхода маленьких больных. Ну все, ну что ты плачешь? Все, дайте, все, Зумруд родилась в семье врачей, и выбор этой профессии был определен еще много лет назад. Поначалу родителей удивило намерение девушки переехать в село, но позже они оценили ее инициативу. Она сама сняла себе жилье и начала выстраивать жизнь по новой. Так как я человек коммуникабельный и очень легко нахожу общий язык, тем более не первый год стажа, я очень легко адаптировалась в сельской местности. Наоборот, спокойствие – это иногда находиться в спокойствии тоже хорошо. Многие люди ходят на йогу, а мы здесь отдыхаем. Приезд молодого специалиста в район местные приняли весьма положительно. Слухи о грамотном педиатре мигом разлетелись по округе. Из-за влажного климата в Тарумовке дети часто страдают заболеваниями верхних дыхательных путей. Постоянно уже она уже нас всех знает, мы ее знаем. Мальчика она знает нашего. Например, она нравится. Мы часто к ней обращались, все, Ранка такая добрая, она такая приветливая. А то, что такая молодая, не боитесь? Нет. Программа «Земский доктор» действует с 2011 года. За это время в Тарумовской больнице проработало 15 врачей. Но в 2014 году ее приостановили. Медработники остались без денег и огорченные разъехались по домам. Причина – проблемы с финансированием. Спустя два года программа вновь заработала, но потерянные кадры нужно восполнять. У нас они имеются, то есть врачей не хватает, это окулиста не хватает, невролога не хватает катастрофически. У нас не хватает двух реаниматологов. Ну вот УЗИ-ста тоже на конец года не было, но мы сейчас УЗИ-ста тоже захватили. Я такая тоже счастливая, что УЗИ-ст появился. Этим захваченным оказался Арслан Омаров. Уролог по специальности, он увидел, что в этой больнице очень нужен врач-УЗИ-ст. И на свои средства отправился в Астрахань на учебу. Теперь, наконец, в Тарумовке можно пройти подобную диагностику. Что будете делать с миллионом, который получится? Я уже его потратил, построил дом. Ну все, миллион, тоже что, сейчас миллион это небольшие деньги. Уже потратил, дом построил, сына вот расту, осталось вот дерево посадить и все. Зарплата в сельской местности у врачей больше, да и поток пациентов не такой активный, как в городе. Есть возможность спокойно проконсультировать каждого и быть всегда на связи. А еще и миллион выдают, но и он не всегда помогает. Год назад окулиста нашли? Вот, уже ждали в счастливом таком ожидании, думали, вот-вот-вот. Ну, подошло это время, оказывается, там семейные дела, муж вмешался, и даже миллион не хотят. Даже миллион не захотели, остались в городе. По контракту Зумруд и Арслан должны отработать в селе не меньше 5 лет. Иначе придется вернуть государству деньги. Но уезжать отсюда они не намерены, и дело тут не только в обязательствах, но и любви к своей работе. Карина Баталова, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, новости 24, Тарумовский район.